В соцсетях набирает популярность видео с полыньей, заполненной рыбой. Запись, как утверждает автор ролика Сергей Шевчик, сделана на Оби у берегов Сургута. Увиденное общественник связывает с последствиями техногенной аварии в Нижневартовском районе. Копию материала изучают в природоохранной прокуратуре. Во вторник утром на место выезжали представители рыбоохраны Югры. Предварительные выводы – естественный замор рыбы из-за недостатка кислорода. Обычное для нашего региона явление для весны. Более точные данные станут известны после окончания экспертизы. При осмотре также не обнаружено никакого запаха газа, нефти, снулой, сонной рыбы также не выявлено. Рыбу мы взяли на экспертизу, был произведен отбор рыбы. Но предварительно это естественные заморные явления, которые ежегодно повторяются в акватории реки Обь. Но это причина связано с тем, что плотный ледовый покров, и который препятствует поступлению кислорода в верхний слой воды. Поэтому рыба начинает задыхаться.